Привет, рыбчата, это Рапостол, и сегодня мы открываем новую эру, новую эпоху Викинда с новым синглом Take My Breath. О-о-о-о! 80-е погнали сразу. Опасность. Бас пошел. Окей. Ахер, как обычно, в принципе, от любого видео Викинда. Я долго сомневался, будет ли это прямо новым каким-то направлением, потому что все еще закос под 80-е, но я не представляю эту песню на After Hours, она действительно слишком бодрая для After Hours, слишком недраматичная для After Hours. Надо сказать, что Викинд один из немногих наиболее убедительно копает в этот звук, то есть это не просто приправка какая-то для поп-звучания, а это реально... Звук 80-х. По первому впечатлению не могу сказать, что она меня зацепила, как Blinding Lights или любая песня из After Hours, но надо просто расслушать, наверное. Видео, как и почти всегда у Эйбла, психоделичное, и это находка для любителей кино, потому что сам Викинд любит кино, он любит вставлять какие-то отсылки, какие-то моменты из фильмов. Здесь он явно вдохновился Линчем, конкретно фильмом «Синий бархат», потому что там тоже был злодей, который с кислородной маской бегал и вдыхал наркотик, от которого там терял связь с реальностью, становился вообще... неодержимым. Люди писали о том, что тут будет Джорджо Мородер. Не знаю, я его тут не слышу. Слишком все-таки не светло для Мородера. Напишите, как вам этот трек. И подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе. И молитесь за Рапостол.